Поехали здесь или там? Вот там, поехали там. Поехали там. Итак, сегодня 11 марта 2012 год. Мы на теплоходе. Холодное пиво здесь написано. Это бар. Поехали. Это теплоход. Мы в 7-дневном круизе. Красота, танцы, мансы, заниматься, игры, пляски, фестивали. И очень-очень много еды. Просто-просто море еды. Ешь хоть лоб. Так, где Аллочка? Я обещала следовать за ней. Итак, рассказать я ничего не могу, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все, что я вижу, об этом лучше не рассказывать, это лучше показать. Итак, показываю. У меня будет громадное количество видео. Hi. Только потому, что я не могу остановиться. You are over three now, just so you know. All right, so what's your name? Where are you from? I'm Nicole. Вот один для маленьких совсем, вот там побольше. И вот наверху залезаете туда и оттуда на задницу по этим трубам прилетаете сюда вниз. Детям кайфово развлечение. Уже тепло. Уже, наверное, градусов 26 на улице, могу сказать. Но так как ветерочек такой поддувает, ощущение такое, что как бы, ну, не жарко. Благодаря ветру. Или из-за ветра. Так. Оп, оп. Кто это? Вовремя живет, не втянула. И застала себя на горячем. Место только для взрослых. Тому, кто сейчас 21 год. Меньше, если вам вас сюда не пустят. То есть не для детей. То есть место, где... Детям нет места, вот так можно сказать. Место, где детям нет места. Называется Ренити. Вон моя Луська пошла. Ладно, пошли. Такие вот приятные, шикарные такие вот подушечки. С этими с подушечками. Красота, лежи, кайфуй. Барчик колесенький такой. Пошли. Подкачанный. Красота. Сдувает, меня сдувает, 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 сдувает. Сдувает, сдувает, сдувает. Красота. Просто красота. Сплошнейшая красота. Вот. Джакузи. Заползай и кайфуй. Алла ищет место. Ну все, Лусик, нашла место. Ну, мы бы с тобой еще подольше поспали, а вот, занято. Ну, как бы, два раза позавтракать, конечно. На это ж нужно. No photos here, I'm with my boyfriend. Okay. Tell me your address. Все, ладно. Видео не нравится, что я снимаю, все, пока-пока.